Сложно говорить сейчас, наверное, накопилась усталость уже, вот, и не все получилось на этих сборах, как запланировали. Вот. Вчера товарищеская игра была с молодежной командой «Рубина». Здесь как бы тоже уже сказалось немножко. Вот. Ну, желания было много, но не все получалось. Будем стараться исправлять это в оставшиеся дни. Ну а в целом, как оцените турнир, вот, если не касаться результата, именно вот по работе? Не, все устраивает. Хорошая организация, все четко, все вовремя. Приемлемые отели, поля. То есть все очень здорово. А соперники интересно встречаться с командами, с которыми уже играли в первенстве, или же лучше с кем-то незнакомым играть? Нет, ну это не имеет такого большого значения. Тренировочные сборы, вот, игры контрольные. Важно, наверное, в большей степени концентрироваться на своей игре. И не так это важно.